По прошествии 18-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Хэлунцзяне было предпринято всестороннее углубление реформы, направленные на структурные преобразования во многих областях производства и развития экономики провинции. Торговая компания сельскохозяйственная мелиорация Цихсин Сандзян Джамчука провинции Хэлунцзян, которая является дочерней компанией фирмы номер 859 группы Пэйтахуан, укрепляет реформу системы персонала, труда и распределения. В результате она стала показательным образцом в сфере реформы. После 10 лет преодоления трудностей государственные предприятия Хэлунцзяна перешли от стадии реформы и преодоления трудностей к стадии реформы и развития. Группа Лунмэй, группа Лункэ и группа лесной промышленности достигли замечательных результатов благодаря реформам. Были также успешно созданы 7 промышленных и инвестиционных групп провинциального уровня с активами в размере 400 миллиардов юаней. Основная задача трехлетней акции по реформированию государственных предприятий была выполнена. Наступает период сбора урожая кукурузы, и фермеры из Суйхуа Сюй Джунсин часто выходят в поле. Более 20 гектаров земли, принадлежащей его семье, переданы для управления местным кооперативу. В 2019 году в соответствии с национальной политикой местные фермеры передали свои земли кооперативам для единого ведения хозяйства. Управление землей и кооперативам позволило увеличить доходы фермеров. Фермеры могут работать в сфере услуг и получать дополнительные доходы. Провинция Хэлунцзян возглавила реформу системы права коллективной собственности в сельской местности в стране. В настоящее время более 10 тысяч коллективных хозяйственных образований составили акционерные хозяйственные кооперативы или хозяйственные кооперативы, что составляет 99,9% от общего числа коллективных хозяйственных образований. Она также является национальным лидером в создании и расширении новых сельскохозяйственных предприятий. Объект над сельскохозяйственным производством находится в первых рядах в масштабах страны. Промышленная интеграция в сельском хозяйстве ускоряется.